как обычно, ездит 15 минут режим у них. По-своему ездит. А по поводу чистоты, что можете сказать? В салонах сейчас чище стало, чем было, или нет? Не вижу, что чистота. Нету такого. Как есть, так осталось. То есть грязно? Да. Ну, нормально так. Да, соблюдаем. А что по поводу чистоты? Салонов чище стало или нет? Ну, как раньше, но не так чисто. Грязно? Ну, говорят, что дезинфекция есть, но не видел, что такое есть. По графику положено пол третьего, он пол третьего отъехал. На работу точно так. Отсюда, допустим, 7 часов он отходит. А по поводу чистоты в салонах, что скажете, соблюдается сейчас чистота или нет? Да нормально, нас устраивает, я не знаю, может, кого нет.